сейчас немножко вечер, но я хочу вам показать, где я жила, где была моя первая квартира, когда я приехала в Испанию. И, наверное, вот отсюда началась вот эта вот безумная любовь к этой стране. Это я через забор заглядываю. Просто мне там фиолетовые цветы понравились. То есть вот эта вот деревня, деревушка или райончик, называется Серада де Агюа. И вот эта вот самая урбанизация, тогда она была еще совсем белая, вся белая, только построилась. То есть, ладно, построена, 18 лет назад мы были первые жители, которые жили здесь. У нас были новые вилочки, новые ложечки, ну то есть вот так. И совершенно случайно из-за того, что у нас здесь был хаш, меня сюда занесло. Никто не знает, как это все неожиданно бывает. Ну вот, решила вам показать мое первое. Моя первая была, ну, мои первые апартаменты были здесь. Попробуйте вы зайти, не знаю, у меня это получится, но не менее. Поэтому в первом этаже ничего плохого нет. Сейчас попробую зайти, но вряд ли получится, потому что обычно как-то все так закрыто. Жизни. Ну, короче, не видно ничего, но тем не менее, вот, вот так. Вот здесь, вот здесь. Смотрите, она как ужасно выглядит, да? То есть какой-то мешок, зеленый мешок. Но на самом деле, то есть ты вот так выходишь, вот калитка, вот калиточка, ты выходишь и сразу бассейн. Сразу бассейн, а там на той стороне жили наши друзья. Вот такая вот история. Ну, была давно, то есть это было 18 лет назад, это тот момент, когда я приехала только в Испанию. То есть, в принципе, наверное, как тебя встречают, так и... Ты, наверное, и воспринимаешь то место. При всем при том, что все это было новое и было белого цвета. Типичные андалузские деревушки. Я поехала. То есть я пошла к своей машине. Пока-пока, мой первый дом. Я всегда, когда здесь случайно проезжаю, то есть для меня всегда это что-то особенное. Что-то особенное, что-то... связано с той жизнью, которой сейчас нет. Ну, вот так вот меня встретила Испания, поэтому... А сейчас я поехала в свою собственную квартиру. То есть, это мы снимали. Это было начало. Это было так, на самом деле, здорово. Сейчас тоже здорово, но немножко все изменилось, потому что мы стали старше, мы стали взрослее. Все, пока-пока. Вот такое видео для вас сегодня. Как говорится, история. Вот так вот было 18 лет назад. Пока. Пока моя любимая урбанизация. Привет, моя новая жизнь, моя новая машина, моя новая история. С вами была Оксана Майкова.
Пока-пока, увидимся в следующем видео. Спасибо огромное, что досмотрели это видео до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и оставляйте под этим видео комментарий. Если нужна какая-то дополнительная информация, вся она есть под этим видео в описании. С вами была Оксана Майкова. Пока-пока, увидимся в следующем видео.